Елена прекрасная, вы ли Елена премудрая, никому не подвластная и даже очень добрая. И иногда вас унижают, но вы не сдаетесь, иногда вас выгоняют, но все же вы пробьетесь. Вы добились славы своей справедливостью, чтобы все нахалы всегда души с совестью. Спасибо вам, Елена, спасибо Дуси, спасибо вам, Летучая, это был крик Дуси. Вот.